скинул. Давай первый пас. Я скинул. Что, да? Это моя дочка Петра, ей 16 месяцев. Скажи, приезд семьи к тебе на сбор, это дополнительная мотивация работать с удвоенной энергией? Конечно, но даже это мало удвоенной энергии, это просто та энергия, которая нужна, когда очень трудно, тяжело, чтобы вот это уже сломало микрофон. Я куплю новый, не переживайте. Вот металлист, видишь, Петра, держи вот так, держи, держи. Так что вот это то, что нужно, когда трудно и когда тяжело. Скажи, семья дала какую оценку играм металлистов в этом году? Микрофон любой. И, ну, им понравилось и гостиница, и все. Здесь игры, ну, правда, достаточно времени проводим на поле, тренируемся. В целом, сбор подходит к концу первой оценки этого сбора, все ли удалось. Я думаю, да. Самое важное, что травмы нету. Это самое важное. Уже прошли сборы без серьезных травм. Это первое. Второе, то, что придумали тренера. Думаю, что мы все исполнили. Хорошо выступление было у нас на игре, особенно со Спартаком. Так что все происходит. Все приходит к концу, как надо. Завтра игра с «Динамо», что ты ждешь от этой игры? Встречался ли ты с «Динамо» раньше? Ну, когда я еще играл в России, да, конечно, немало раза. Ну, ожидаю, прежде всего, хорошую игру с нашей стороны. Надеюсь, то, что покажем, то, что на чего мы готовы сейчас, насколько готовы физически, ну, и, конечно, много голов в этих играх, и надо, особенно в первых сборах, больше на физике.
физику обратить внимание, так что ноги очень тяжелые, тренировки очень сложные, так что самое главное, что есть желание, самое главное, что двигаемся вперед, а вот эта концентрация и все остальное, конечно, не ожидается от нас, чтобы проявили какую-то сумасшедшую скорость или концентрацию, это все на усталости такие игры играются, так что все впереди, самое главное, что на данный момент все это хорошо выглядит, а за дальше надо стараться еще больше.